Вот гостиница «Азия». Припарковаться автобусу никак нельзя. Вот инвалидов приходится вот таким вот образом туристический автобус садить. Потому что парковка занята, вся парковка занята легковыми машинами. Почему бы здесь не установить знак «Только для туристических автобусов»? Только для туристических автобусов. Вот так приходится встречать наших гостей из Поднебесной. Понятно, что впечатление о посещении России у них будет совершенно другое по гостеприимству. Вот таким вот образом. Вот машины тут стоят и днем, и ночью. Приходится очень трудно туристам бегать через эти машины. Поставьте, пожалуйста, знак «Только для туристических автобусов». И все вопросы будут решены. Это вопрос к администрации города. Если мы хотим оставить хорошее впечатление о нашей гостеприимной России. Спасибо за внимание.